Отсутствие совместных фото и выходов в свет, жизнь семейной пары, как будто на разных планетах и непрекращающиеся слухи об изменах Игоря. Все это, считают поклонники, указывает на потерю интереса со стороны композитора. Игорь Николаев славится в интернете как герой-любовник, который предпочитает проводить время с различными девушками и выпивать за любовь. В своем профиле Instagram мужчина часто публикует новые снимки, на которых трудно увидеть его жену Юлию Проскурякову. Николаев гастролирует по стране, уезжает на отдых в компании лишь своей маленькой дочери Вероники. Судя по всему, Игорь остыл к Проскуряковой из-за своего пристрастия к другим женщинам. На это указывает то, что композитор, судя по Instagram, не проводит время с женой. Снимки с ней в его профиле – крайняя редкость. Чаще всего, женщина остается в Москве служить театру. А музыкант в это время проводит в Юрмале в компании друзей. Фанаты пророчат паре неминуемый развод. Сеть полна слухами о постоянных изменах Николаева своей законной жене, а поклонники уже охотно начинают в них верить. Публичная жизнь Игоря полна всего – друзья, дети, отдых. Только места для Юлии не нашлось, считают подписчики.